Склады химической компании вспыхнули в индустриальном пригороде Атланты, столице штата Джорджия в США. Огонь заметил патрулировавший район полицейский. К моменту прибытия пожарных здания были полностью охвачены пламенем, раздавались звуки взрывов. «Мы просто увидели поднимающийся черный дым. Я никогда такого не видела», — рассказывает одна из очевидцев. По словам очевидцев, языки пламени достигали 12 метров в высоту. Пожары в индустриальном пригороде Атланты, где находится множество складских помещений, не редкость. Но этот, по словам местных жителей, стал крупнейшим за последние 20 лет. Полиция эвакуировала из района около 200 человек, находившихся в офисах и школе. Никто не пострадал. Местные власти уверяют, что, несмотря на горение склада с химическими веществами, дым не опасен для здоровья.